Хорошее освещение улиц и дворов – один из критериев, характеризующих современный комфортный населенный пункт. Проект губернатора Подмосковья «Светлый город» призван улучшить освещение во всех городах и селах региона. Модернизация и ремонт оборудования наружного освещения проводится по всей области. Одинцовский городской округ – активный участник программы, стал местом проведения расширенного выездного заседания, посвященного реализации масштабного проекта. Что такое благоустройство, что такое «Светлый город» – это красота. Это то, что люди видят каждый день, то, что радует глаз или должно радовать глаз. Так вот, и эти совещания и нужны для того, чтобы у людей глаз радовался больше. Программа существует всего 3 года, и пока Московская область только на 19-м месте в рейтинге Минэкономразвития, но темпы строительства и капремонта новых линий освещения набирают обороты. Наш округ старается не отставать. Например, в прошлом году, благодаря проекту «Светлый город», были оборудованы архитектурно-художественная подсветка в Трехгорке на Кутузовской, освещение платформы МЦД, и это далеко не все примеры. Одинцовский округ каждый год ежегодно принимает участие в данной программе, и в 2019 году принимали, программа, естественно, для жителей это очень важно, потому что освещение – это и безопасность, это и комфорт поселения, поэтому программа, она очень важна, и в 2020 году дальше будем также ее продолжать реализацию. Как отметил заместитель министра благоустройства Московской области Александр Парий, подмосковная система освещения самая большая в стране и, безусловно, требует очень серьезного внимания. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».